Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Как легализовать денежные средства и имущество? Куда обращаться за консультацией? В Караганде появилась улица имени Тышбека Аханова. Как побороть незаконный игорный бизнес? Что ждет нарушителей закона? Об этом и многом другом сегодня в выпуске. Двадцать 3 февраля завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихата. Окружными комиссиями зарегистрировано 927 кандидатов в депутаты всех уровней. Из зарегистрированных кандидатов 129 баллотируются в областные маслихаты, 798 избираются в городские и районные маслихаты. Подробнее об итогах выдвижения и регистрации избираемых о начале агитационной кампании вы узнаете в следующем сюжете. По группе занятий. Работники акиматов маслихата 23 человека, они составляют где-то 2,6%. Работники госпредприятий и учреждений 361 человек, составляет около 40%, 38,9%. Работники коммерческих структур 494 человек, 53%, 2,5%. Представители политпартии и НПО 10 человек. Пенсионеры 10 человек, безработные 5 человек, другие 24 человека. 305 зарегистрированных кандидатов выдвинуто политическими партиями. Путем самовыдвижения 622 человека. Среди кандидатов представители 18 национальностей. 66% мужчины, 33% женщины. 74% имеют высшее образование и 6% среднее. По данным статистики, средний возраст избираемых 44 года. По сравнению с выборами 2012 года, кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней увеличилось на 281 человека. С 20 февраля стартовала предвыборная агитация для политических партий, которая завершится 18 марта. Большинство кандидатов уже утвердили график встреч с избирателями. По состоянию на 25 февраля в избирательной комиссии зарегистрировано более 2000 доверенных лиц кандидатов в маслихаты всех уровней. В рамках подготовки проведения выборов в области открыт Центр информационной поддержки для международных наблюдателей и средства массовой информации в период внеочередных выборов депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан и очередных выборов депутатов маслихатов Карагандинской области. Еркара Аймагамбетов напомнил всем политическим партиям и кандидатам, а также их предвыборным штабам и доверенным лицам о необходимости ведения честной борьбы за депутатский мандат. Агитационные мероприятия должны проходить только в рамках существующего правового поля для проведения открытых, справедливых выборов. Асер Сазымбаева, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О легализации имущества и денежных средств рассказали в службе центральных коммуникаций. Сроки продлены до 31 декабря 2016 года. По истечении этой даты будут применяться санкции. Закон о легализации определяет новые подходы. Кардинально упростилась процедура легализации денег. Теперь это можно сделать двумя способами. Первый – показать их через банковские счета и использовать для любых целей. Например, вкладывать в бизнес, купить недвижимость или просто обналичить. Обо всем этом на брифинге подробно рассказал руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области Азамат Ахметов. Второй способ легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличности в заявительной форме, не показывая их в банковских счетах, но при этом уплачивается 10% сбор. В обеих случаях объект легализации подает соответствующие декларации в органы государственных доходов. Сдать декларацию можно по месту жительства. В Карагандинской области создан 21 пункт приема субъектов, и находятся они в городских акиматах. Легализация – это последний акт перед всеобщей декларацией. После завершения данной акции вся информация по зарубежным счетам будет проверяться. Как следствие, закон предполагает, во-первых, ужесточение административного наказания за сокрытие информации по счетам за рубежом, во-вторых, обязательно декларирование имущества, находящихся за рубежом. В связи с этим срок проведения акции по легализации продлен до 31 декабря 2016 года. И особо хотелось бы отметить по вопросам представления дополнительной гарантии субъектам легализации. Любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной.
Никто не имеет права распространять информацию о легализации третьим лицам. Это налоговая и банковская тайна. Работники комиссии по легализации, сотрудники органов госдоходов, банков второго уровня и Казпочты за распространение данных могут понести уголовную ответственность. Также субъекты легализации не могут быть конфискованы. Они защищены от неправомерных действий правоохранительных и других органов. Какие документы необходимы для подачи декларации, рассказала заместитель руководителя Управления экономики и финансов Карагандинской области Ардак Сатыбаева. В этом случае необходимо представить заявление, удостоверение личности, заключение аттестованного эксперта и технический паспорт. Заявление рассматривается 30 дней. В случае представления неполного пакета документов, либо документов с исправлениями и подчистками, или же если не соответствует действующему законодательству документ, в этом случае заявления могут быть возвращены. В случае возврата можно будет повторно предоставить заявление. Решение комиссии выносится по истечении 30 дней. Имущество считается легализованным с даты вынесения решения и регистрации в юстиции. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде возобновилась работа по переименованию улиц. Театральная теперь поменяет свое название в честь ветерана Великой Отечественной войны Тишбека Аханова. В Доме Союзов состоялись публичные слушания. Около 150 человек поддержали инициативу. Основная масса пришедших на публичные слушания – это родственники, друзья, коллеги и просто знакомые Тишбека Аханова. Старожилы его знают как почетного гражданина Караганды. Это звание ему было присвоено 19 мая 1999 года за большой вклад в развитие города Караганды, его строительство и благоустройство. Ветеран Великой Отечественной войны Тишбек Аханов, который много отдал свои силы и средства для поднятия социально-экономического развития города Караганды. Именно его кандидатура в данном случае более достойна. Жителей улицы Театральная было немного. Они пришли не послушать, а задать вопросы. Например, Татьяна Дмитрук поинтересовалась, почему для такого достойного человека не нашли другую улицу. Название улицы Театральная, по мнению жительницы, красивое, романтичное и говорит само за себя. Ведь на ней находится театр. Но у карагандинца Валерия Громова своя точка зрения. Дорогие жители улицы Театральной, это гордость огромная, гордость ваших внуков, ваших детей, что они будут жить на улице такого великого человека. Сколько у нас героев, а? Батыров, которых мы не знаем. А этого человека мы знаем. Здесь живут 11 внуков его. Здесь живут его сыновья. Тишбек Аханов родился 28 июня 1924 года в совхозе «Победа» Ульяновского, ныне Бухажирауского района Карагандинской области. В сентябре 1942 года ушел на фронт. Воевал в составе 953-го стрелкового полка. В июле 1943 года после лечения в госпитале демобилизован. Он вернулся в Караганду и поступил учиться в Карагандинский учительский институт. Тишбек Аханов был секретарем Карагандинского обкома комсомола, заместителем заведующего отдела Карагандинского горкома партии. Вел большую работу по обучению и воспитанию молодежи, подготовке к самостоятельной жизни. Всех присутствующих ознакомили с биографией Тишбека Аханова, а затем начались бурные обсуждения и голосование. Большинство горожан проголосовало за переименование улицы. Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Директора модельного агентства, отправлявшую карагандинок в секс-рабство в Арабские Эмираты и Королевство Бахрейн, приговорили к условному сроку. Подсудимая, признавшая свою вину по статье «Торговля людьми», получила 6 лет. Такое решение огласила судья Казбекбийского районного суда по уголовным делам Айгуль Мурзабекова. Суд проходил за закрытыми дверями. Такое пожелание высказала подсудимая. Со слов координатора по СМИ Алии Жошевой, вина директрисы была полностью доказана. Она возместила ущерб потерпевшим.
Согласно требованию статьи 55 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по делам, по которым, значит, рассмотрен судебный приговор, по которым заключены процессуальные соглашения, не может превышать, значит, половины наиболее максимального вида и срока размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть, если максимально 12 лет лишения свободы, не может превышать половины, поэтому суд назначил их 6 лет лишения свободы условно. Напомним, девушку задержали после заявления одной из потерпевших, которой удалось вернуться из Арабии. Как стало известно позднее, подсудимая занималась вербовкой молодых карагандинок и способствовала их выезду за рубеж. В числе ее жертв есть и несовершеннолетние. Она умудрялась отправлять около 10 девушек в неделю, обещая головокружительную карьеру модели и шикарные фотосессии. Не установлено следствием лицо. Некий мужчина предлагал ей работу. Значит, путем перевозки, вывоза, значит, девушек, вообще для оказания интимных услуг богатым людям в королевстве Бахрей. Осужденная признала вину лишь частично. Вместе с ней в преступном сговоре работали иностранцы, которые встречали казахстанок. В отношении них расследование продолжается. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Противодействие игорному бизнесу – одна из приоритетных направлений службы экономических расследований. На территории Карагандинской области за прошлый год была пресечена деятельность 20 незаконных игорных заведений. В соответствии с законом Республики Казахстан об игорном бизнесе, казино и залы игровых автоматов разрешены только на территории Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе. Но, несмотря на это, нарушители закона размещают свои подпольные казино там, где им вздумается. В прошлом году закрыли 2 покерных клуба, 6 залов электронного казино, 2 зала игровых автоматов и 5 организаций с лотерейными терминалами. Изъята из незаконного оборота 1 электронная рулетка, 41 игровой автомат, 62 системных блока компьютерных, 1 платежный терминал, 18 лотерейных терминалов. Хотелось бы довести до вашего сведения и отметить, что помимо уголовной ответственности как организаторов вышеуказанных незаконных заведений, к уголовной ответственности могут быть привлечены и арендодатели помещений. Наказаны будут все причастные лица. Организаторы могут получить наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Любители азартных игр, то есть посетители, будут оштрафованы на 200 МРП, а это более 400 тысяч тенге. Безнаказанными не останутся и хозяева помещения. При наличии полученных доказательств о том, что вышеуказанные хозяева недвижимости были осведомлены о деятельности в его помещении незаконного игорного заведения, могут также быть привлечены к уголовной ответственности. Хотелось бы отметить и довести до вашего сведения, что кроме уголовной ответственности предусмотрена и административная ответственность. В этом году организатор игорного бизнеса был приговорен к лишению свободы на 1 год в колонии поселения. Государство жестко подходит к наказанию за подобные незаконные действия. Руководство управления по борьбе с теневой экономикой призывает граждан не оставаться в стороне от этой проблемы. Если есть информация о незаконных игорных заведениях, необходимо сообщить на телефон горячей линии 567-30. Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области изъяли крупные партии героина. Задержан 42-летний житель поселка Есыль Осакаровского района. При проведении санкционированного обыска в доме обнаружено и изъято более 1 килограмма героина. В тот же день сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Темиртау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из микрорайонов города задержана автомашина ВАЗ-2170, которой управлял 37-летний местный житель. В салоне автомашины обнаружен и также изъят героин весом более 500 грамм. По 2 фактам материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. К другим новостям. В Караганде водитель автобуса насмерть сбил человека. Сегодня около 8 часов утра произошла трагедия неподалеку от городского вокзала. 59-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.
проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы. Предприятия Карагандинской области не могут обеспечить полноценную практику для студентов технических специальностей. Также в области хромает деятельность институтов повышения квалификации для рабочих. Из более 100 производств региона учебные площадки для переобучения есть всего в 10. В чем причина столь медленного развития сотрудничества вузов и бизнеса, узнавала Аймамрина. Сегодня в Карагандинской области насчитывается всего 30 предприятий, где студенты могут пройти производственную практику. На их базе учащиеся смогут оттачивать полученные теоретические знания. Но эксперты Европейского фонда обучения считают, что этого недостаточно, ведь сами производственники не всегда соответствуют новым стандартам. Зачастую мастера работают по старинке, а технологии шагают вперед. Было проведено обследование и выявлены очень многие такие проколы, можно так сказать, в повышении квалификации, в подготовке профессиональных кадров, прежде всего связанные с тем, что, вот как люди говорят, мы не имеем возможности по своему профилю иметь такую подготовку. И то, что нам предоставляют институты повышения квалификации, это не всегда соотносится с нашими настоящими профессиональными интересами. Решить эту проблему взялись эксперты Палаты предпринимателей. Они намерены увеличить количество учебных центров на предприятиях. Это поможет работодателю улучшить производительность труда. На прохождение стажировки и стажировки и повышение квалификации именно на предприятии немножко существуют административные барьеры, то есть отсутствие нормативных документов и так далее. На базе нашей палаты, в общем-то, созданы 10 учебных центров для того, чтобы они могли и повышать квалификацию рабочих. Увеличение количества учебных центров позволит шагать в ногу со временем, заверяют организаторы встречи. Аймамрина Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершение выпуска еще об одном. В Карагандинском государственном ордена дружбы народов в Русском драматическом театре на суд зрителей вынесена пьеса Александра Островского «Без вины виноватые». А вот кто, в чем и почему виноват сегодня, вы узнаете из новой работы труппы театра. В спектакле полное смешение жанров, что не даст зрителю не просто скучать, а даже подумать о буфете как главном действии театрального зрелища. С самого начала зритель в недоумении. А что, спектакль уже начался? Да, вот так неожиданно, без предупреждения, третий звонок звучит и для актеров, и для зрителей. Кто где находится? То ли зритель на сцене, то ли актеры в зале. Мы в закулисье театральной жизни. Где-то там за сценой происходит действие, а зритель видит его обратную сторону. Мы все без вины виноваты, если честно. Но для того, чтобы оправдать свое существование, мы так говорим, мы виноваты. А на самом деле мы сами выбираем и сами делаем свою судьбу. Когда зыбкая грань игры на сцене переносится в реальную жизнь, то и возникают коллизии, когда хочется спросить самого себя, как быть, где правда, театр в театре, жизнь или игра. Абсурдность ситуации дает такое переплетение событий, что не снилось и Шекспиру. Да и сам Островский, наверное, задумался бы, а моя ли это пьеса? Надо сказать, что пьеса действительно Александра Островского, великого русского драматурга, но в режиссерской интерпретации Станислава Васильева. Есть разные эпизоды, где мы играем комедию, есть мелодрама, есть трагикомедия, есть даже фарс. И поэтому все это как бы остается у Островского. Но мы просто хотели показать, что насколько это серьезно люди относятся к этой теме, и под призмой серьезности она становится комедией. Мы хотим серьезно поговорить об одном деле. Или должны тут присутствовать. И что за конгресс у вас собирается? А в чем дебаты будут? Вы слышали, что вчера навел незнак? Не только слышал, но и был свидетелем этого замечательного спектакля. Немного опоздал, о чем весьма сожалею.
В спектакле заняты ведущие актеры театра и молодежь. Это редкая постановка, когда классическое триединство древнегреческой трагедии – место, времени, действия – дает поразительные результаты разнообразия восприятия спектакля. Впервые пришедший на спектакль любитель театра и искушенный театровед найдет в спектакле свое отражение познания действительности. Если просто, скучно не будет. Сергей Высокосов, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Аман Сау Волонстар.